Всем привет! Итак, я решила показать еще одно меню, то есть еще один день моей еды. Значит, на завтрак я есть хочу кусочек черного хлеба весит 32 грамма черного здесь с различными добавками, 50 грамм малосольной красной рыбы, 50 грамм огурца и яйцо одно. Хотела смять, но у меня его переварила. Это специальный хлеб компле. Видите, девушка худая лежит. Я его купила, потому что в доме у меня лежит белый хлеб. Мои ребята любят белый хлеб, и моя рука тянется за ним. Решила, пусть тогда тянется за черным хлебушком. И вот сейчас мне хочется есть с утра. Я съела свои мюсли, овсянку не сварила. Я когда, кстати, от овсянки очень даже наедаешься. Но довольно-таки большое количество времени чувствуешь себя сытой. Надо бы ее заваривать так же с вечера, как гречку, и есть. Ну, это, скорее всего, обед. 80 грамм курицы, 50 грамм гречки и зеленая фасоль. Где-то 80-90 грамм. Третий прием пищи, я что-то есть не хочу. Правда, утащила маленький кусочек курицы, когда ставила ее в холодильник. Стакан кефира у меня здесь где-то около 200 миллилитров. Я его съем, выпью, только потому что мне надо поесть сейчас, а аппетита нет. Есть хочу, не могу. В магазине чуть не купил готовый салат, но там были макароны. А потом вспомнила, что у меня есть салатик вот этот. Вообще бегала за курицей, потому что могла на выходные, на воскресенье остаться без курицы. Правда, опять потом вспомнила, что у меня есть гречаники замороженные. Ну что же, ужин за 3 минуты готов. 50 грамм гречки. Мне пришлось огурцы выкинуть. Здесь все перемешала, соус тоже выкинула. Огурцы мои оставались. Это 120 грамм салата и 75 грамм икривиц. Икривиц раз половину я положила. Вот этой пачки будет еще на вторую порцию. Икривиц — это раки. Ну, такое уже быстро, удобно, вкусно.